Усманов из Таджикистана. Идет по этому турниру Бахадур отметит, что к 25 годам завоевал бронзу на этом же чемпионате в 21 и 22, ну и также участвовал в Олимпийских играх 2020 года. И может улучшить успех своего товарища. Ну, Бахадур будет стараться, я уверен. Его соперник из Монголии. Про боксера. Попытка по корпусу. Здесь закат перекрылся. Усманов. И снова в корпус. Активно работает Бахадур. Ушел от этого бокового в центре ринга. Опять через корпус такует. Отвечает двойкой такой со средней дистанции Чинзарин. Но Усманов на чеку. Сам старается держаться подальше. Ну да, это его дистанция. Соперника. Не успел уйти, пошел в клинч. Рефери не останавливал бой. Промахивается через арену. Достал просто, ткнул, да, это получилось, что Бахадур. О, ну пропустил, да, правый боковой. Состоялся у канатов. Сильный, да. Он долго думал, куда уходить, вправо или влево. В итоге наткнулся, и еще уходя от канатов, тоже Чинзарик попал в правом боковом. Да, активизировался монгольский боксер. Вот после этого успех. Как один точное хорошее попадание, да, одно. Может сразу воодушевить, да, боксера и кого-то удеселяются силы. По прямой уходил сейчас Бахадур. Но Чинзарин не смог воспользоваться этим. Пояса. Встречает короткими боковыми Усманов соперника. Заканчивается первый раунд от Усманова. Здесь ушел, разорвал дистанцию. Сейчас гонг будет. Боксер, который сейчас из синего угла вышел на центр ринга. Один в его пользу после первого раунда. Еще также есть неплохая группа поддержки у Чинзарига. Монголия раздается с трибун. Ну а в свою очередь Бахадуру нужно прибавлять, нужно включаться. Уже не раз видели на этом турнире, что первый раунд может уйти одному боксеру, другой другому, и третий становится решающим таким образом. Посмотрим, да, вполне возможно такая картина. Хорошо сейчас. Хорошая комбинация. Левый прямой, два правых боковых от Бахадура. Чем ответит соперник? Тоже неплохо. Результативная двойка. Головами опасно сейчас. Сталкивались. Плохо передней рукой сейчас действовал боксер из Киргизии. Ну, здесь его соперник перекрылся. На ближней дистанции все было по защите. И здесь чересчур большая дистанция была для атаки. Снова уходит зону достигаемости ударов своего соперника Бахадур Усманов.
буквально чуть в плече, сразу несколько боковых. И хороший апперкот от монгольского боксера. Чаще опережает Батру соперника. Он сейчас опять достал, да? Отклонился и очень быстро вернулся с ударом справа по прямой. И попал по выходу. И на ближней дистанции, конечно, преимущество боксера сильно. Принял на защиту, потом сделал шаг назад с ударом правым боковым. И здесь двойка навстречу. Да. Еще убедительнее, мне кажется, работает Тарсук во втором раунде. Оставшиеся секунды до завершения раунда бросился вперед. Усманов атаковать, ну, не очень удачно. Топ, да? Здорово, хорошо. Да, хороший момент. Отклон назад и... Двоечка тоже очень хорошая. Но здесь чуть меньше преимущества Батарсуха. 3-2 дали, да? Все равно он впереди. Польза монгольского боксера. Почему 3-2? Мне кажется, убедительнее правило. Чем первый. Но все равно шансы у него предпочтительные перед финальным раундом. Опять хороший боковой, кстати. И опять хорошая двойка. Промахивается, но продолжает идти вперед. По ходу Русманов. Ну, посмотрите. Совсем неплохо навстречу. Монгольский боксер. Вот, посмотрите, опередил. Ледяным левым боком прямым ударом. Ух, хорошо со смещением корпуса. Одиночный снизу слева между перчаток пробил Усманов и боковым достал соперника. Ну, тоже неплохой бой, кстати. Может быть, не такой динамичный, как предыдущий, ну, да, который мы да, с вами смотрели. Но мало все равно клинчей. Я боялся, что много будет остановок борьбы. Но есть, конечно, но все в пределах нормы. Качает корпусом, готовя атаку по ходу Русманов, и неплохо левым снизу сейчас пробил правый боковой. И снова апперкот на этот раз справа. Ударами по корпусу. Да, и причем снова... так пограничные зоны такие пробили. Молодец Бахадур. Хороший эпизод. Снова левый боковой точный. Но мне кажется, еще убедительнее надо работать, чтобы склонить судей в свою пользу. Времени совсем мало осталось. А чуть-чуть не успевает Бахадур за соперником, достаточно крутых на ногах. Дерек, и вот несколько...
пересматривать или не будут пересматривать? О, не будут. To the blue corner. Единогласное решение. Раздели. Да, сплит. Да. Чендзарик Гуатарсух. Забирай.